Сегодня утром внештатные инспекторы Госадмтехнадзора провели флешмоб «Спасти газон». Акция направлена на выявление неправильных мест парковок. Сотрудники проверили старые Химки и микрорайон Подрезково. Каждое правонарушение было зафиксировано. Владельцам грозят штрафы. С подробностями Сергей Гроу. Для нерадивых водителей наступили суровые времена. Внештатные инспекторы Госадмтехнадзора вышли на тропу войны против тех, кто паркуется на газоне. Из вооружения правовые акты и листовки с призывом не совершать подобных действий. Отныне уйти от правосудия не удастся. Вся информация фиксируется на месте с помощью мобильных телефонов. Делается фотофиксация. Указывается то, что фотофиксация будет приложена к этому акту. Ну и вот как в нашем случае, если на месте находится еще и владелец или водитель, то записываются его данные, фамилия, имя, отчество и место проживания. Отправным пунктом боевой операции стала территория старых Химок. И если на улице Аптечной, дом 5, было зафиксировано единственное правонарушение, то по Чкалова 11 обосновался целый парк автомобилей. Одного из владельцев поймали с поличным. Хозяин? Да. Хозяин, а вы в курсе, что на газонах парковаться нельзя? Просто нас как бы деликатно выгнали с того места, с парковки, и мы просто хотели бы парковаться. Если хотите, я вообще смогу узнать человека, у которого есть права, и мы припаркуемся. Помимо старых Химок, участники акции проверили микрорайон Подрезково. Здесь нарушители облюбовали улицу Центральную. А по центральным улицам, в частности улица Центральная, как мы видим, несознательные граждане паркуются на газонной части. Сегодня мы провели рейд, промониторили, сделали материалы фотофиксации, которые будут направлены в государственный административно-технический надзор. Данным гражданам будет предъявлено постановление о нарушении. Всех нарушителей ждет административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. Борьба с теми, кто паркуется на газоне, будет продолжаться и дальше. Внештатным инспекторам предстоит еще много работы. Сергей Гро, Олег Мелехов, служба новостей.